Твоим, Господи, и держись в сети Твоем, покоя молится. О, покоя душа раба Твоего, и поединись человека любец. Слушай, ты воды узаконил, разрешили. Сам душу раба Твоего упокой. Имени пресные во веки веков, аминь. Едино чистое или порочное дело, буду без имени Божия. Молись, спасися души. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я подразумел полпочни души, где же праведник покаяется. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уже царство небесное оставление грехов его Христа бессмертного царя и Бога нашего просит. Удай, Господи, Господи, помилуй. Живот и покой, супшего раба Твоего, представленного с Киевуной Филофия. Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, чтобы изначально Твоим Отцем и Пресвятым Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слово святое. Господь покоит его душу и вселенник, правильно? И пусть молитвы всех, кто знал его, кто прочитал, всегда будут, а упокоение его души. Пусть Господь покоит Царство Небесное.
Аки паки, миром Господу помолимся. Еще молимся о покоении души усопшего раба Божия, но представленного сии губина Филохия, еже проститесь ему всякому прегрешению, вольному и невольному. Благодарю Господь, Бог учинил души его, еже праведню покаяюся. Милости Божия, Царства Небесного и оставление грехов Его, у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господу представленному и умерла Филохию и сотвори ему вечную Господи, и память его в роду.